Всем привет! Всем привет! Мы приехали в торговый центр, называется «Весна». Здесь мы в первый раз. Он такой большой, а с виду и не скажешь, что здесь вообще есть люди, потому что находится он где-то у черта на рогах. Ну, мне так кажется. Где-то посреди трассы. Сейчас идем в детский мир. Ники там хочет что-то посмотреть. Серж ушел там по своим делам. И мы здесь еще погуляем, а потом поедем дальше. За закупом нам надо еще. Без детей приехали, потому что с детьми дела не поделаешь. Сегодня не развлекательный день еще у нас. Мы в магазине Киаби, и здесь оказывается такой выбор большой одежды. Вот мы зашли, здесь детские джинсы, и вот здесь тоже, и много размеров есть, и все недорого, по 500 рублей, точнее от 500. Это стоит 800. Здесь не только детские, да, по-моему, есть? Да. На всю семью, да, семейные? Мужской и женский вроде бы. Не знаю, я в этот магазин никогда не ходила. С высокой посадкой. Ага. Я вот смотрю, тоже здесь джинсы. Вот такие черные. Посмотрела для Леры. Смотрите, как завораживает эта воронка. И здесь их целых сколько? 1, 2, 3, 4. Ну, в общем, их здесь много. Она еще вниз уходит. Вниз уходит. А потом вверх поднимается. Вау, 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 вау. Смотри, смотри, смотри. Ты видишь? Да. Вау. Я думаю, детям понравилось бы здесь. Супер, супер, смотри. О! Как они это сделали, интересно? Там, наверное, внизу есть насос какой-то. Супер вообще. Что мы нашли? Носки BT21. Куки. Здесь. Корейские это? Да. Вот и вот еще. Да, неожиданно. Приятно. Мы теперь приехали на каток. До этого ездили за закупом, но я там ничего не снимала. Вы сможете посмотреть, что мы там делали, и сам закуп продуктов на канале Ники, на ее блоговом, ссылка будет в описании. Людей почти нет. Ой, Лерочка сама пошла, вот, видите? Опс! Она просто ходит. Надо же ходить боялась. Ну, я тоже. Вон докуда Лера ушла. До сих пор не упала ни один раз. Просто ходит, вот. Ап! 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 Новая техника! Молодец! Да, быстро. А где Сергей? А вот он. Да, все катаются. И Лера тоже. Вау, вау, вот это да. Победил. Да, ты профи. Да, сняли, как я чуть не упал. Да. Все, сняли, да. И как ты упал? И как ты упал тоже? Да? Да. Каролина. Ух ты! Смотрите, как научилась уже. Еще давай. Ой-ой-ой. Я чуть не упал. Молодец! Теперь как бы мне не упасть. Что-то я себя неважно чувствую. Горло начинает болеть. Насморк. Поэтому решила заварить себе тарафлю. Мы сегодня приехали с ней на презентацию бренда ПА. Сидим сейчас на барной стойке.
там делают коктейли. Да, клубничный это мне. Спасибо. Что ты что-то делаешь? Так выглядит прикольно. Надо сфоткать в Инстаграм обязательно. Только что приехали, сегодня вообще была ужасная погода, снег выпал. Еще презентация не началась, вот-вот начнется, а я пока попью коктейльчик. Принесли какой-то новый салатик с фунцом. Я решила его попробовать. Он очень красиво выглядит. Говорят, что вкусный. В этот раз презентация проходит в баре. Здесь очень красиво, такая тематическая обстановка, атмосфера. Вечеринка, точно вечеринка. Как раз для Инстаграма. И вообще, да, просто очень прикольно здесь вроде какие-то мероприятия. Вот, посмотрите, здесь, с этой стороны. Это все как? Не корабль, а яхта, да, как бы? Да, здесь яхта, а там корабль. Сцена, здесь будет проходить официальная часть, презентация сама. Вон там внизу уже средства, которые, я так понимаю, будут презентовать. Все уже такое фруктовое, летнее. Сразу настроение, да, поднимается? Да, все уже сразу. Весну. Естественно, тематика путешествия сейчас на пике тренда. Бразилия – это та страна, куда очень сложно добраться, поэтому она является объектом мечты для наших потребителей. И кросс-гендерные концепции для мужчин и для женщин привлекают внимание потребителей обоих полов и особенно привлекательны для молодых потребителей. А я люблю креветки. Пока Ники здесь кушают, я покажу вам вид за окном. Вот, смотрите, здесь какая красота. Снег идет. Отличный вид просто. Снег идет крупными хлопьями, и по прогнозу будет идти целый день, до самого вечера. Так что вот так вот. А я думала, что снега уже не будет. Но нет, оказывается, он выпал еще. Зато детям будет радость. Следующая закуска – это лосось, жареный или вареный, не знаю, но он такой тепленький. Теперь мы будем кушать пироженки. Уже нам здесь приготовили кофе латте. Это Никина порция. Какой категории людей вы относитесь? Вы рвете пополам или же рвете отсюда, с сахаром? Я отсюда, с кончика. А я пополам. Ты что, это тот, кто придумал эти пакетики, у него печальная судьба, когда он узнал, что весь мир пользуется вот так. Серьезно? Да, нужно пополам рвать. Хотя было сегодня 41 200. Что случилось? Буквально полчаса назад я смотрела у тебя, да. Ну не могли так резко отписаться. Я понимаю, да, отписываются, бывает. Но сразу же несколько тысяч. Может быть, Инстаграм такую же чистку провел, как Ютуб? Одно дело, если, допустим, накрученные подписчики у аккаунтов, то понятное дело, но у нас-то не накрученные подписчики. Вот и я о чем. Мне это очень непонятно. Я не знаю, что делать. И как бы я думаю, что это может просто глюк. Это все труды твои, получается, Инстаграм просто и все списал за полчаса. Так много новой еды принесли, но мы уже с Ники наелись. Вот еще здесь есть, и вот там тоже. Ну как можно отказаться от такой красоты, да? Думаю, сейчас одну съесть, что ли. Такие красивые. Презентация только что закончилась. Мы идем теперь в сторону метро делать маникюр. Вот Ники показывает. Снег все так и валит. Очень крупный такой. Мне аж на камеру все попадает, блин. Вот такая вся жижа здесь. Противная, скользкая. Будьте аккуратны в Москве ближайшие пару дней. Да, это точно. Можно упасть в легкую. Да, еще здесь такие лужи глубокие прям.
Так, нам туда, да? Станция метро Баррикадная. Ногти отросли, сейчас я вам покажу. Вот так вот. Кстати, я там выбрала уже идеи. А ты выбрала? Ну, я решила сделать нюд, потому что у меня ногти отросли, поэтому... Нюд вообще, это беспроигрышный вариант. Абсолютный нюд. Я бы тоже сделала нюд, но мне пока короткие. И хочется что-то такого весеннего. Какие-нибудь розовые оттенки. Может, градиент, да? Да. Да? Вообще-то классно, не холодно. Не холодно, вообще погода отличная. Ага. О-о-о, надо сказать. Вот это да. Кстати, мы когда шли туда, сюда ехали, точнее, и у нас закончились деньги на тройке. Мне сняли покрытие старое. Сделали комбинированный маникюр. Сейчас будем делать новое покрытие, новый дизайн. У меня здесь есть несколько идей, я себе заскринила. Так что вот так вот у нас здесь все выглядит. Очень уютно. Маникюр уже готов. Сделали в этот раз втирку розовую и черные сердечки. Мне очень нравится. Наконец-то у меня начинают отрастать ногти, а я хочу себе отрастить длину. Вот Ники сидит, еще не доделала. У нее, кстати, тоже будут красивые. Потом посмотрите. Наверное, уже у Ники на канале. Сидим сейчас в метро, ждем Сержа. Он что, подходит? Да, вон он. Где? Слева. А, вот, да. Вот, Серж. Сейчас вместе поедем домой. Камера торчит, и ты понял, что это а? На презентации нам подарили вот такой пакетик с новинками от Фа. Давайте посмотрим, что там есть. Это гель для душа. Это тоже гель для душа. Обязательно их попробую. А вот это уже дезодорант. И это тоже. Дезодорантами, к сожалению, я не пользуюсь. А вот Коля пользуется с большим удовольствием, поэтому я отвезу это ему. Не знаю почему, дезодорантами я не пользуюсь, так же, как и туалетной водой. А Коля вот пользуется и туалетной водой, и дезодорантами, и вообще всем-всем-всем. Так что это будет... ему подарок. Мы сидим в поликлинике в очереди к фтизиатру. Сейчас начнется наш прием. Я знаю, что нам назначат делать диаскин тест, но я не знаю, делать его или нет. У нас времени вообще очень мало, а запишут нас только на следующей неделе. Мы сейчас с тетей будем готовить сырники. Я не буду готовить, потому что я болею, вообще плохо себя чувствую. А будет готовить тетя, но я хочу все это заснять. Потому что я уже забыла даже, как это готовится все. Для этого нам нужно творог. 500 грамм где-то здесь. А, 540 точнее. Горло, слышите, какое у меня не очень хорошее. Одно яйцо. Вот уже засыпаем. Потом сахар. И мука пшеничная, высший сорт. Еще добавили немножко соли для вкуса. Все равно соль нужна чуть-чуть. И сахар. 4 столовые ложки. Угу, 4 столовые ложки сахара. Ну, кто любит послаще, может добавить еще... Ну, потом можно с вареньем накушать их. Угу. Со сметаной вкусно будет. Муку добавляем 2 столовые ложки. Крутим шарик, а потом в муке вот так вот покрутить его, потом надавить. Ну что ж, теперь отправляем сырники жариться на сковородку. Сырники у нас приготовились. Вот такие они аппетитные, румяные. Я уже хочу их попробовать. Сейчас заварим чай и покушаем их с удовольствием. Детки будут тоже рады. Давно Лера не ела сырники. Да, и я тоже. Ребята, с моим лизуном что-то случилось спустя некоторых месяцев. Помните тот месяц, когда вы купили, и он совершенно не такой он был? Ребята, вы, я не знаю, но вы видите вот эти белые штуки? Что с ним стало? Я не знаю, но наш осел... Очень приятно. Давайте перемешать и покажу уже перемешанном виде, как он будет выглядеть. Что ж, ребята, на этом мы будем видео заканчивать. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока! Пока-пока!